Беларусь и Россия, кажется, вновь делят нефтяные доходы. Налоговый маневр Москвы Минск воспринял неоднозначно, заявив, что Россия таким образом может потерять единственного союзника на западном направлении. Москва в комментариях оказалась более сдержанной, не вдаваясь в полемику и эмоции. Будет ли нефть укреплять фундамент дружбы двух государств или же действительно размоет берега? Из Минска материал нашего корреспондента Дмитрия Лукши. О том, что копейка рубль бережет, белорусы в прошлом году вспоминали все чаще. В 2018-м цены на горючку в стране увеличивались ровно на одну копейку, но делали это около 30 раз. Водители возмущались, нефтяники оправдывались, мол, меры вынуждены. Все-таки белорусские расценки на бензин напрямую зависят от мировых стандартов. В 2018-м цена барреля нефти на мировых рынках увеличилась ровно на 40%, достигнув отметки $85. Буквально пару дней назад в стране началась обратная тенденция. Топливо подешевело и снова на одну копейку. Сегодня литр 95-го стоит 71 цент. Но водители не спешат радоваться. Смущают последние деловые отношения Москвы и Минска. Недавно стало известно, что Россия создала план по завершению налогового маневра. По нему уже в ближайшие 5 лет между Белоруссией и Россией может не остаться ничего личного, только бизнес. Предполагается, что к 2024 году вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Вслед за этим повысится налог на добычу полезных ископаемых и, как итог, скачок цены на нефть до мировых стандартов. И все это в рамках союзного государства. Минск уже назвал действия Кремля нарушающими союзные договоренности. Беларусь ничего не требует того, чего нам не причитается. Мы требуем одного – исполнения тех договоренностей, которые были достигнуты главами государств уже давным-давно. И если говорить о причинах еще вот этих топливных вопросов, то это, безусловно, желание руководителей корпораций получить больше прибыли прямо сейчас. Пока Беларусь закупает у России все 18 миллионов тонн нефти для последующей переработки на двух заводах. Официальный Минск пока, кажется, придерживается политики сдерживания цен. Расценки на топливо дотируются нефтеперерабатывающими заводами. Вот только фабрики несут убытки и не имеют возможности возмещать затраты на покупку сырья. Эксперты уверены, что цены на бензин вынуждены будут приблизиться к уровню, покрывающему затраты нефтяных предприятий. Следовательно, уже в ближайшие месяцы стоимость горючего на заправках может вновь начать расти на одну копейку. Все относительно. Если ездишь в Европу и видишь, сколько бензин стоит там, кажется, что все, в принципе, в порядке. Тем более у нас он качественный. Другое дело, что зарплаты маленькие у людей. Они просто даже такую цену себе позволить не могут. Ну и еще большой вопрос, почему нефть то дешевеет, то дорожает, а бензин только дорожает. Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российскому сырью, указав на нефтяные берега Литвы и Латвии. Аналитики же делают ставку на более дальних партнеров – Иран, Венесуэлу, Азербайджан или Казахстан. С кем из этого списка Минск станет друзьями «не разлей бензин», покажет время и дальнейшие действия Москвы. Дмитрий Лукша, Мария Балберова и Константин Никаноров, Хабар 24, Минск, Беларусь.